чин пострижения в великую схему требовал много времени. Схемонах отчуждается от мира и становится новым человеком с новым именем. Но на полный чин времени не было. Тот, кого сейчас готовили к принятию пострига, умирал. Ему надо было успеть родиться заново. Не в силе Бог, но в правде. Он сказал это много лет назад. А была ли в его жизни правда? Защитил он свой народ или навесил на него ярмо? Спас он свою бессмертную душу или погубил? Об этом ведомо только Господу. А он, бывший князь Александр Ярославич, ныне смиренный схимник Алексий, может лишь уповать на бесконечное его милосердие. Безмятежное детство Александра прошло в Переяславле-Залесском, где стройный собор соперничал в белизне с облаками, а убранство княжеских палат не уступало великолепным картинкам в старых книгах о деяниях древних царей и великих героев. В огромной отцовской библиотеке хранились и русские летописи, и византийские хроники, и Александрия, греческий роман о подвигах Александра Македонского. Княжич был заворожен историей своего великого тезки, который завоевал полмира и даже, как говорили легенды, отодвинул конец света. В детстве княжич Александр всегда был при отце, Ярославе, и вслед за ним перебрался в Новгород. Учился у отца искусству управления и науки войны. От него Александр узнал, что настают тяжелые времена. Главной угрозой был натиск на Северную Русь крестоносцев, западных христиан. Христианская церковь не была единой, и две ее части, западная католическая и восточная православная, враждовали между собой. Православными были балканские государства, несколько областей в Малой Азии и Русь. Почти вся остальная Европа находилась на тот момент под контролем католической церкви. В самом разгаре была эпоха крестовых походов, религиозных войн западных христиан против мусульман Ближнего Востока, а позже и других иноверцев, в том числе в Восточной Европе. Католическая церковь вела агрессивную политику захвата земель и насильственного обращения язычников Прибалтики в католическую веру. Крестоносцы Тевтонского ордена стали угрожать русским землям, в первую очередь Новгороду. И вот тогда князь Ярослав преподал сыну свой главный урок. Русский князь не может допустить обращения своего народа в другую веру. Поэтому с крестоносцами он будет воевать, чего бы это ни стоило. Александр отправился с отцом в свой первый военный поход под Дербт, который когда-то был русским городом, а теперь принадлежал Тевтонскому ордену. Навстречу новгородскому войску вышли закованные в железо рыцари. Одним своим видом они были способны обратить противника в бегство. Прежде Александру еще не приходилось видеть врага столь грозного и, кажется, непобедимого. Но русские полки не дрогнули. Выдержав первый натиск, они сами пошли в наступление и быстро смяли рыцарей. Княжич Александр, задыхаясь от кипящего в груди восторга,
вместе с дружиной гнал крестоносцев до самых городских стен. Тех, кто не успел укрыться в крепости, русские вытеснили на лед реки Амовжи. Лед треснул. Ставшее беспомощным, железное воинство затонуло. Победа была полной и эффектной. Князь Ярослав сумел отобрать у ордена часть земель. Крестоносцы убедились, что в Новгороде есть кому держать меч. А княжич Александр усвоил, что непобедимых врагов не бывает. Пришла пора жениться, и отец выбрал ему невесту. Дочь полоцкого князя, Александру Бречеславну. Это был политический расчет, чтобы заключить с Полоцком союзный договор. Но брак по расчету обернется жизнью в любви и согласии. Княгиня Александра будет доброй женой, она родит своему князю 5 детей и впоследствии будет прославлена во Владимире как местно чтимая святая. В супружеской жизни Александру и Александре было отпущено всего 25 лет. Князя Ярослава Всеволодовича призвали на Киевский престол, и он оставил наместником в Новгороде сына Александра. Юность окончилась. Молодому Ярославичу теперь нужно было самому воевать с рыцарями Тевтонского ордена и Литвой, самому договариваться со своенравными новгородцами. К этому времени уже не менее 100 лет господин Великий Новгород жил по своей особой правде – новгородскому своду законов. Был волен в посадниках и князьях, сам решал, с кем воевать и как собирать подати. А князь, согласно договору, который он обязательно заключал с Новгородом, должен был делать то, что решит вече. В начале июля 1240 года к Александру прибыл гонец и сообщил. В него вошли шведские рыцари на многих кораблях. У впадения в него реки Жоры встали лагерем. Шведская знать вознамерилась одним мощным ударом покорить русский север. Крестоносцы снова взялись за свое. Их нужно было отбросить прочь, быстро, жестко, по возможности навсегда. Медлить было нельзя. Чтобы собрать ополчение, требовалось решение вече и несколько дней на сборы. Зато княжеская дружина постоянно была в боевой готовности. И Александр не стал никого ждать и никого ни о чем спрашивать. Князь просто поставил Новгород перед фактом. Он начинает войну за православную веру. Прежде он выполнял волю своего отца Ярослава. Теперь пришло время исполнить волю Отца Небесного. И в этом князь Александр не сомневался. После молебна в Святой Софии он вышел на паперть и обратился к дружине. «Братья, не в силе Бог, но в правде. Не убоимся множества ратных, яко с нами Бог». Он выступил в поход с малой дружиной и самыми расторопными из бояр новгородских, кто первый успел похватать мечи и надеть шлемы. Вдогонку ему вече дало согласие на поход, и ополченцы бросились догонять дружину. Утром 15 июля 1240 года войско князя Александра обрушилось на шведский лагерь, и к вечеру все было кончено. Спустя несколько дней весь Новгород уже знал подробности битвы на реке Неве. Победитель, который спустя несколько столетий получит прозвание Невский. Новгородцы просто заходились от гордости. Вот это войско, вот это князь. Они бы понесли его на руках, да дружина не позволила. Но когда поразвеялся хмель восторга, Новгород призадумался. Князь пошел воевать своей волей, то есть в нарушение договора и новгородской правды. Победителей, конечно, не судят. Но немного ли берет на себя князь Александр Ярославич?
Однако молодой князь уже успел хорошо изучить новгородцев. И когда Новгород решил показать князю, кто здесь хозяин, Александр забрал семью и уехал в Переяславль, как это не раз делал его отец. Господин Великий Новгород счел, что дал укорот не в меру ретивому князю. Но в это время с запада уже катилась лавина очередной войны. Крестоносцы штурмом взяли крепость Изборск, а вслед за ним, после тяжелой осады, сдался Псков. И тогда новгородцы пошли на поклон к Ярославу Всеволодовичу, просить, чтобы снова дал им сына в князья. Ярослав послал младшего сына Андрея, но этот вариант Новгород не устраивал. Им нужен был не просто князь, а воин, храбрец, победитель. В общем, им нужен был Александр Ярославич. Только тогда Александр согласился вернуться. Мощным ударом он вышиб немцев из Пскова и пошел дальше. В захваченную орденом Эстонию, или Чудскую землю, как называли ее на Руси. Князь Александр с основными силами подошел к Чудскому озеру. Много лет назад, еще подростком, Александр Ярославич видел тевтонов в бою под Дерптом, и это зрелище навсегда врезалось в память. И была сеча зла, и треск от ломающихся копий стоял. И показали враги спины свои, и секли, гонясь словно по воздуху. И некуда было бежать им. И возвратился князь Александр со славной победой. И вели босыми подле коней тех, кто именует себя божьими рыцарями. Битва на Чудском озере за века обросла множеством мифов, большая часть которых возникла уже в советский период, когда историки провозгласили ее крупнейшей битвой раннего Средневековья. В настоящее время доказано, что сражение не было ледовым. Середина весны в XII веке была гораздо теплее, чем сейчас, даже на севере Европы. В момент сражения на озере не могло быть льда такой прочности, чтобы на него могли выйти сотни тяжело вооруженных кавалеристов. Масштабы сражения также сильно преувеличены. Установлено, что с тевтонской стороны в нем приняли участие не более 40 рыцарей и 200 рядовых бойцов. С русской стороны – около 400 воинов. В этой битве тевтонский орден потерял убитыми 20 и пленными 6 своих лучших братьев. Четверть всего рыцарского состава. Потери среди рядовых не считал никто. Победа Новгорода была полной и безоговорочной. Магистр ордена подписал с князем Александром мирный договор, по которому орден отказывался от всех захваченных прежде русских земель, равно как и от продолжения войны. Позднее на Северную Русь нападет еще один не менее опасный и многочисленный враг – воинство литовских князей. Но и ему Александр нанесет тяжелое поражение. Новгород с огромным облегчением вернулся к мирной жизни. Угроза миновала. Но настоящая беда была еще впереди. Она уже давно ходила рядом и подбиралась все ближе. Эхом дальней грозы отзывались тревожные знамения. Говорили, что во Владимире вдруг затряслась земля, так что каменные церкви ходуном ходили. А потом средь бела дня на небе исчезло солнце. Эти знамения... Не означают ли они, что близится конец света? Уже несколько лет на востоке рвали небо и землю огненные столбы неслыханного бедствия. Оно было подобно тем, что описывали библейские пророки. Новгород был далеко, его почти не затронула эта катастрофа, но опалила безмерным ужасом. В пророчестве говорилось о страшном народе от края земли, бесчисленным, как саранча, который своим нашествием подведет черту под земной историей. И вот этот народ пришел. От множества войска земля стонала и гудела. А от многочисленности и шума полчищ столбенели хищные животные.
Почти 20 лет назад из Великой Степи приходило огромное войско неизвестных прежде кочевников-монголов. На реке Калке 20 русских князей бились против них и были разбиты на голову. Говорили, что связанных пленных монголы сложили под доски настила, сели сверху пировать и раздавили их тяжестью своего победного торжества. А потом ушли, оставив за собой черный ужас, удушливый, как дым пожарищ. Тогда на Руси еще не знали, что это войско было всего лишь одним из отрядов неисчислимой монгольской армии. Отрядом, который послал на разведку покоритель вселенной – Чингисхан. Титул Чингисхан или Хан Океан получил в 1206 году племенной вождь Темуджин, сумевший объединить множество кочевых монгольских племен в единое государство. В ходе борьбы за власть Темуджин полностью истребил племя татар. Но именно татарами будут называть монгольских захватчиков в Китае, на Руси и в Европе. В результате завоевания Чингисхана и его преемников к середине 13 века Монгольская империя занимала самую большую в мировой истории смежную территорию, общей площадью в 38 миллионов квадратных километров. В XIV веке арабские путешественники утверждали, что протяженность этого государства достигает в длину 8, а в ширину 6 месяцев пути. После смерти Чингисхана его наследники стали готовить поход на запад, как было сказано в завещании великого хана, до последнего моря, то есть до самого края земли. Войско, которое должно было завоевать западные земли, насчитывало более 60 тысяч человек. Во главе его встал внук Чингисхана Бату-хан или Батый. В декабре 1237 года монголы подошли к Рязани, потребовали подчиниться и выплатить в качестве дани десятую долю от имущества. Рязанцы ответили: «Когда всех нас не будет, то все ваше будет». Спустя 6 дней отчаянной обороны города так оно и случилось. Рязани больше не было. Она не возродится никогда. Современная Рязань находится в 60 километрах от уничтоженного монголами древнего города. Батый воевал способом волчьей облавы. Пока часть армии осаждала непокорный город, остальные шли по окрестным землям, выжигая дотла все на своем пути. 4 февраля монголы осадили Владимир. Через 8 дней город был взят. Княжеская семья, бояре и духовенство затворились в Успенском соборе, и монголы сожгли их там заживо, вместе с собранными со всего города книгами. Менее чем за месяц пали 17 городов, в том числе Суздаль, Ростов, Тверь, Кострома, Дмитров, Москва. А сел и деревень погибло без числа. В середине марта, не дойдя 100 верст до Новгорода, монголы развернулись и ушли в свои степи. На обратной дороге осадили Козельск. Маленький город сопротивлялся не 6 дней, как Рязань, и не 8, как стольный Владимир, а 49. Только в мае, соединив все свои силы, монголы все же взяли его, прозвав «злым городом», и вырезали всех жителей до единого. Потом волна нашествия схлынула, оставив за собой пожарища и горы трупов. Но это была только первая волна. В следующем году монголы пришли снова. Превратили в руины Муром, Переяславль, Южный, Чернигов. Еще через год Батый взял Киев. Древняя русская столица, богатый и прекрасный город с населением в 50 тысяч человек, стал обгорелым кладбищем. Спустя 6 лет там едва насчитывалось 200 дворов. Пройдя юго-западную Русь, хан Батый разорил Польшу, Венгрию, Хорватию и вышел к Адриатике. И дойдя до последнего моря, как завещал Чингисхан, Батый развернулся и ушел обратно в степи. Он остановился на Нижней Волге, и вскоре вокруг его ставки возник целый город – Сарай-Бату, дворец Батыя.
Время походов окончилось. Пора было установить на завоеванных землях монгольский порядок. Немногие оставшиеся в живых князья собирались на съезд. Решать, кто займет великий престол, опустевший после гибели Владимирского князя. Александр добирался во Владимир из Новгорода дольше всех. И каждый день этого страшного путешествия казался длиннее жизни. На месте многолюдного шумного торжка стылое пепелище. В Переяславле нет больше знакомых с детства улиц. Стольный Владимир, ограбленный, оскверненный, похож на кладбище. Храмы с ободранными куполами наспех прибраны и заново освещены, чтобы было где отпевать бесчисленных покойников, на которых не хватало ни гробов, ни саванов. На съезде великим князем Владимирским был избран отец Александра, Ярослав. Ему теперь предстояло, собрав уцелевших и похоронив мертвых, восстанавливать столицу и всю северо-восточную Русь. Но прежде он должен был признать свою зависимость от Орды или потерять все. Он, князь, больше не был хозяином своей земли. Теперь то, что принадлежало ему по праву рождения, он должен смиренно просить как милость у монгольского хана. В ставке князя предупредили. Нельзя обычному человеку поднимать глаза на великого хана. Великий хан — сын солнца. А на солнце разве можно смотреть? Князь и без того предпочел бы ослепнуть, чем заглянуть в медный лик своего позора. Ярослав выполнил все требования монголов. Батый был доволен его покорностью и выдал ему ярлык, письменную грамоту на великое княжение Владимирское и Киевское. Так началось иго. Монгольское иго – политическая зависимость русских князей от Орды. Слово «иго» обозначало ярмо или хомут – часть упряжи рабочего скота. Подтвердив права на собственные земли, русские князья становились не только вассалами, но и данниками хана. Иго продлится более 240 лет. За это время через Орду в русский язык войдет около 2000 слов тюркского происхождения. В 1246 году власть над Монгольской империей принял хан Гуюк. Правители всех завоеванных монголами земель должны были присутствовать на интронизации великого хана. Владимирский князь Ярослав отправился в монгольскую столицу Каракорум. Он выполнил все, что от него требовалось. Подтвердил свои полномочия у хана Гуюка, но вернуться во Владимир ему было не суждено. По всей вероятности, мать Гуюка поднесла Ярославу отравленный кумыс. Князь Владимирский, Ярослав, умер 30 сентября 1246 года. За 10 дней до этого в ставке Батыя, сарая, был убит князь Черниговский Михаил за то, что отказался исполнять языческий обряд очищения огнем. При жизни Ярослав и Михаил были соперниками, но смерть объединила их. Спустя много лет они будут прославлены церковью в лике святых благоверных князей. Весной следующего года тело Ярослава Всеволодовича привезли во Владимир. После похорон огласили завещание. Ярослав оставил великокняжеский престол не старшему сыну Александру, а младшему Андрею. Александр не стал оспаривать волю отца и вернулся к себе в Новгород. Но вскоре пришла грамота из Орды. Хан Батый пожелал, чтобы для подтверждения своих полномочий к нему прибыли оба сына великого князя, Александр и Андрей Ярославичи. От Новгорода до сарая 2 месяца пути. Через разоренные селения и разрушенные города.
по безводным степям, усеянным костями людей и животных. На дороге русскому обозу не раз приходилось уступать место бешено скачущему всаднику. Красный бунчук, конский хвост на древке, означал, что гонец от великого хана и везет сверхважную почту. Система почтовой ямской службы была создана при Чингисхане, чтобы обеспечить быстрое и надежное сообщение между отдельными армиями и территориями огромной монгольской империи. Эта первая в мире почтовая система позволяла всего за день донести информацию на расстояние 10 дней обычного пути. Для отдыха гонцов и смены лошадей на дороге располагались перевалочные пункты – дзям или ям. Чрезвычайный ханский гонец имел право брать в яме любых лошадей и любые припасы, кому бы они ни принадлежали. Его полномочия подтверждала охранная грамота «Пайдза» – металлическая или деревянная дощечка с изображением сокола. Ханская «Пайдза» была и у русских князей. Батый выдал ее как охранную грамоту. Пайдза защищала путешественников от убийства и прямого грабежа. Батый был наслышан о победах молодого новгородского князя. Он не собирался ломать русскую политическую систему, он хотел взять ее под свой контроль, и потому ему нужен был князь Александр Ярославич не мертвым и не рабом, а союзником, может быть, даже другом. Андрея била мелкая дрожь. Александр был непроницаем, как статуя. Это хорошо. Александр все же поднял на хана глаза. Он был почти вдвое моложе хана и тысячекратно слабее, но держал себя как равный с равным. И это тоже хорошо. Бату хан умел ценить отвагу. Подали чаши. В чашах был каракумыс. Царский напиток, прозрачный и сладкий, который достойны пить лишь избранные. «Знаешь ли ты, — спросил хан, — что Бог покорил мне многие языки? Покоришься ли ты силе моей?» «Знаю, — твердо ответил Александр, — и покоряюсь воле Божьей». Бату размышлял, кто кого сейчас переиграл. Но ему не было дела до русского бога. Он сам уже все решил. Именно Александра хан хотел видеть князем Владимирским. Братья предъявили хану духовную грамоту своего отца, который завещал Владимирское княжение младшему сыну Андрею. Последняя воля отца – весомый аргумент. Батый при всем желании не мог им пренебречь. Ярославичам казалось, что все самое страшное уже позади. Осталось со внешним смирением выслушать волю великого хана, который подтвердит завещание их отца, и вернуться, наконец, на Русь. Но Батый решил иначе. Коль скоро братья так носятся с этим завещанием, пусть отправляются решать свой вопрос прямо к великому хану, правителю всех монголов, в столицу монгольской державы Каракорум. Еще 4000 километров. Пекло пустынь и песчаные бури. Жестокие ветра, выдувающие душу. И степь, плоская как тарелка, которая сводила с ума своей бесконечностью. Все эти необозримые просторы были владениями монголов. Территории их порядка, простого, логичного и безжалостного, как сама степь. Спустя 4 месяца мучительной дороги княжеский обоз приблизился к Каракоруму. Над степью стоял рев и блеяние бесчисленных стад, окружающих столицу. Издали холмистая равнина казалась исполинской воронкой, втягивающей в себя все вокруг. Тяжело груженные караваны растворялись среди множества глинобитных домов и разноцветных юрт. Построенный на пустом месте менее чем за 30 лет, Каракорум превратился в город площадью в 375 гектаров, с населением около 30 тысяч человек. Вода из реки по каналам подавалась в пруды и многочисленные бани. В домах для отопления под полами проходили дымовые каналы от печей.
Над плоскими кровлями возвышались 12 языческих кумирин, две мусульманские мечети и католическая церковь. Ханский дворец располагался на насыпном холме высотой 1,5 метра. Изнутри дворец был обит золотистым сукном. Высокие пороги и 72 опорных столба обернуты листовым золотом. Во дворе стоял гигантский фонтан, серебряное дерево со львами и змеями, из пасти которых во время ханских пиров извергались кумыс и рисовое пиво. Разноязыкая пестрая толпа текла по улицам. Вдали возвышался ханский дворец, называемый Тумен-Амгалан, 10 000 благоденствий. Обрывок русской речи полоснул, как плетью. Русских здесь было много. Мужчины, женщины, дети. И все они были рабами. Каракорум казался не городом, а гигантским базаром, куда были свезены немыслимые богатства со всего мира, и где тысячи пленников, христиан, мусульман, язычников, не разгибая спины, работали на своих повелителей. Прибыв в столицу, князья Александр и Андрей узнали, что великий хан умер. В Каракоруме теперь правит его вдова, Хатун Агулгаймыш. Русским князьям выделили отдельный шатер неподалеку от дворца. Там они должны были ждать, когда великая Хатун Агулгаймыш сможет их принять. Правительнице было не досуг. Все свое время она проводила в гаданиях с шаманами. Ходили слухи, что она не человек, а шулма, степная ведьма. 1,5 года князья провели в степной столице на 7 ветрах под чужим небом. Наконец их призвали во дворец. Бездумно, механически выполнив все надлежащие церемонии, Александр взглянул на Хатун и содрогнулся. У нее не было лица. Неподвижная, густо набеленная маска с пустыми провалами глаз смотрела в никуда, как будто созерцала иные миры. Хатун не пожелала признать Александра правителем всей Руси, как этого хотел Батый. Андрей получил ярлык на Владимир, Александр на Киев и Новгород. Самое страшное осталось позади. Но на Русь Александр Ярославич вернулся другим. Прожив 1,5 года среди монголов, князь увидел совершенно другую цивилизацию. Эти люди словно были созданы не из плоти и крови, а из песка пустынь и степного ветра. И мощь этой империи была сверхчеловеческого разумения и не поддавалась исчислению. В Новгороде Александра ожидали посланники от Папы Римского. Они предложили ему союз против монголов в обмен на принятие католического учения. Раскол единой апостольской церкви Христовой на римско-католическую и греко-православную, называемый «Великая схизма», произошел в 1054 году. Но разделение церквей началось задолго до этого. Рим и Константинополь разошлись сначала по политическим причинам, но далее, век за веком, все значительно усложнялось. Исповедуя одну и ту же христианскую веру, католики и православные различаются в вопросах богословия, особенностях богослужения, церковной политики и культуры. Папским посланникам Александр ответил: «От Адама до потопа, от потопа до разделения языков, от смешения языков до Христова Рождества, от Рождества Христова до страдания и воскресения Господня, от воскресения Его и до вошествия на небеса, от вошествия на небеса до первого собора, от первого собора до седьмого. Все то хорошо ведаем. А от вас учение не принимаем». Кардиналы никак не ожидали такого ответа. По их мнению, князь Александр был не в том положении, чтобы отказываться от покровительства самого папы и от западной помощи. Но Александр Ярославич очень хорошо знал, что делает.
Никакие политические соображения не могли заставить князя поступиться спасением души и верой своего народа. После поездки в Каракорум ему все стало предельно ясно. Монголы – тот самый народ от края земли, о котором говорили библейские пророки. Против него бесполезно военное искусство и военная хитрость – это стихия, которой невозможно противостоять хоть с западной помощью, хоть без. Католики на подвластных им землях меняли все – государство, язык, культуру, вероучение. Орда же не навязывала своих обычаев и не тащила никого в свою веру. Это понимали не все. Младший брат Александра, великий князь Владимирский Андрей Ярославич, перестал платить дань Орде. Батый вызвал в Орду обоих братьев. Александр поехал, а Андрей нет. Реакция последовала немедленно. На земли Андрея был отправлен карательный отряд Неврюева рать. Князь Андрей был разбит и бежал в Швецию. Владимирская Русь подверглась страшному разорению, а ярлык на великое княжение Батый передал Александру. Снова, как 10 лет назад, его конь ступал по выжженной земле. Снова руины городов, горы трупов и тучи воронья. Снова и в сером от пепла ветре, и в колодезной воде, даже в седых камнях. Везде чувствовался этот чудовищный смрад, который он так пытался забыть. И не мог. И не сможет уже никогда. Александр Ярославич сел на Владимирский престол и, как прежде его отец, стал медленно и трудно восстанавливать разоренные города. В 1257 году во всех подвластных великому князю землях шла монгольская перепись. Ордынские чиновники аккуратно вносили в свои бесконечные списки тех, кто должен платить дань. Новгородцы решительно воспротивились этому. Их город не был завоеван Батыем. Они свободные люди, никому ничего не должны платить. Началась смута. Посадник и бояре пытались уговорить Вече покориться, но не сумели. Новгород бушевал до тех пор, пока не явился великий князь Александр Ярославич с дружиной и ордынскими послами. Он жестоко подавил мятеж, а зачинщикам бунта велел публично урезать носы и выколоть глаза. Зачем глаза тем, кто и так слеп? Они думают, Батый прежде не дошел до Новгорода и сейчас не дойдет. Никакие леса и болота не остановят тех, кто прошел полмира. Придет монгольская рать, и не будет больше господина великого Новгорода, богатого, могучего и слепого в своей гордыне. Ни одному вольному городу Европы даже не снилась такая обширная территория, которой владел Новгород. Ни один торговый город Руси не обладал такими средствами. И никому прежде не удавалось так скрутить этот богатый и могущественный город, как это сделал Александр Ярославич. Еще много лет спустя новгородцы будут в договорах прописывать отдельным обязательством князя. Не творить яко, Александр. Новгород стал платить ордынскую дань. Карательного похода не было. Александру Ярославичу еще несколько лет удавалось поддерживать относительно добрые отношения с ханом Батыем. Его наследник Сартак сам был христианином. Орда уже была готова перейти от язычества к единобожию и выбирала между исламом и христианством. Но, поехав в Каракорум, за утверждением своих полномочий обратно Сартак не вернулся. Он был отравлен по приказу Берке, который стал ханом Орды. А в следующем столетии Орда примет ислам. В это время сбор русской дани Каракорум передал на откуп мусульманским купцам-бухарцам, или бесерменам, как их называли на Руси. Откупщики в сопровождении ордынских отрядов вели себя вызывающе и буквально грабили и без того обнищавшее население Владимирской Руси. На последней каплей стала их попытка распространения ислама. И
Князь не мог открыто противостоять бессерменам. Они считались официальными представителями монголов. Но и терпеть их бесчинство Александр Невский не собирался. Он разослал по городам грамоты с коротким и ясным призывом: «Что татар бите!» Первым восстал Ярославль, где своими бесчинствами прославился бывший монах Зосима, принявший ислам и перешедший на службу к бессерменам. Зосиму его хозяев убили, а тела их бросили собакам. За малое время восстание охватило огромную территорию. Во Владимире, Суздале, Ростове, Переяславле-Залесском откупщиков перебили и изгнали из городов. И тогда хан Берке поставил великого князя Александра перед выбором: или большая карательная экспедиция разорит непокорные города, или на Руси проводится военный набор для монгольской армии. Александр Ярославич спешно поехал в Орду, по словам летописца, за христианы с поганами перемогаться. Больше года он вместе с Берке скитался по его обширным кочевьям. В конце концов, хан сменил гнев на милость. Осенью 1263 года Александр Ярославич выехал из сарая. Ему было 42 года, но он чувствовал себя немощным старцем. Была ли причиной болезни или ему поднесли отраву в Орде, это уже не имело никакого значения. Князь велел остановиться в городце Волжском, Федоровском монастыре, где находилась высокочтимая святыня, чудотворный образ Божьей Матери. Спустя 350 лет иконой Федоровской Божьей Матери будет благословлен на царство первый правитель из династии Романовых. Чин пострижения требовал много усилий. Доползти до игумена. Трижды поднять брошенные им ножницы, чтобы доказать твердость своего намерения, готовность к самоотречению, способность к смирению. И только тогда можно родиться заново, в жизнь вечную. 14 ноября 1263 года в Федоровском монастыре городца отошел ко Господу схимонах Алексий, который еще вчера был великим князем Владимирским и Киевским Александром Ярославичем. Через несколько дней во Владимире митрополит Кирилл, выйдя к собравшимся перед Успенским собором горожанам, сказал: «Чадо мое милое, разумейте, яко заиде солнце русской земли». Князь Александр Невский был прославлен в лике святых благоверных в середине XVI века, но почитание святого князя началось сразу после его смерти. Согласно церковному преданию, нетленные мощи князя Александра были чудесным образом обретены накануне Куликовской битвы. В 1723 году по велениям Петра I мощи святого князя были перевезены из Владимира в Петербург, только что заложенную Александра Невскую лавру, которая и дала имя главной улице империи – Невскому проспекту. С этого времени почитание Александра Невского приобрело государственный характер. Трое российских императоров были наречены Александрами в его честь. В советское время, в 1942 году, первым из дореволюционных орденов был восстановлен орден князя Александра Невского. В настоящее время он является единственным орденом, который объединяет наградные системы Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Смирив гордость, он признал зависимость от Орды и этим спас свою страну от полного уничтожения. Своим выбором Александр Ярославич предопределил дальнейший ход русской истории. И его военные подвиги на Западе против Ордена, и подвиг смирения на Востоке в Орде имели одну цель
сохранения русского православного государства. Когда умер Александр Ярославич, его младший сын Даниил был еще совсем ребенком. И на постриг Камвону княжичу пришлось идти без отца. Но то, что начал Александр Невский, продолжит именно этот мальчик. Даниил Александрович станет основателем рода московских князей, которые обрушат власть Орды и создадут новое государство – Московскую Русь. История продолжалась. И это была история православного русского государства.